И если вот так провести горизонтальную линию, вы сможете приблизительно понять, на каком уровне вы находитесь, на какой широте по отношению ко мне. Don't we wish the world was as clear as black and white? Всегда хочется, чтобы все было просто, как вот черное и белое. It would be easy. Тогда было бы все очень просто. We keep getting told by everybody that we have to have tons in order to make our profits. Каждый стремится нам сказать, что нужно производить тонны для того, чтобы получать прибыль. So we educate our children and we educate everybody into a square box that says to spend, spend, spend. Таким образом, мы уже с самого, еще со школы, с детского сада наших детей начинаем стричь под одну гребенку и заключаем их как бы в такой, как ящик, и учим их, что самое главное — это тратить, тратить и тратить. And hopefully conferences like this are going to make you realize that you do not need to spend a tremendous amount of money to be profitable. И надеюсь, на таких конференциях вы сможете разобраться, что совсем не обязательно тратить огромные деньги для того, чтобы хорошо производить. И когда мы говорим о тратах, то чаще всего мы тратим деньги на вот это. They are death. Это смерть. This is also death. Это тоже смерть. Of ourselves, of our society. Это убийство человека, это убийство, ну вот геноцид, а это самоубийство. And if we go one step farther, we have the death of our farm. Если еще ниже, вот я придумал слово фармицид, то есть это убийство собственной фермы. And the worst of it is, we have the death of our soils. И еще одно слово — это почвоцид. This is not my farm. Это не моя ферма. This is the death of soils. Но при этом это фотография смерти почвы. This also is death of soils. Это тоже смерть почвы. And we have had this happen on our farm. И такое уже мы на своей ферме встречали. And we have rectified it with living roots. Исправить ситуацию мы смогли с помощью живых корней. To believe that research and invention, humanity can create something better than nature is an illusion. Вот есть такое выражение, что если это заблуждение, что человек может что-то создать лучше, чем природа. Here is my spring wheat. Это моя яровая пшеница. It looks like nature because right here is nature. Выглядит как в природе, потому что природа совсем рядом. Можно сфотографировать в одну сторону, в другую сторону. Here's how we can have this happen if we want to have life in our soil at all times. The harvester went across this field about 5 days early. Вот так вот выглядит наше поле, когда мы хотим, чтобы на нем был покров. Вот комбайн прошел 5 дней до того, как мы сделали эту фотографию. Very dry, seeded cover crop the same day. Очень сухо, но тем не менее покровную культуру мы посеяли в тот же день. Here's what it looks like 2 months later. Спустя 2 месяца вот мы получили такую фотографию. 25 mils of rain. 25 миллиметров осадков. So we put animals on it. На эту культуру мы вывели свой скот. See how dry my native vegetation is? Видите, вот там сзади, это естественная растительность. Посмотрите, какая она сухая. Here we're feeding the below ground livestock, our biology below the ground that we can dig with Alexander shovel. Эти растения, живые растения, кормят и мой скот, который живет под землей. И увидеть их можно только, если у вас будет такая лопата, как у Александра. This was the exact same field. Это точно то же поле. Just sequenced through 4 months, 5 months. Промежуток где-то 4-5 месяцев между фотографиями. Different field. Это уже другое поле. Different year. I'm going to give you different examples of how our system works because we are not 100% the same on all of our paddocks.
Это другое поле, другой год. Я хочу просто показать вам разные фотографии, чтобы вы увидели, как работает наша система, потому что одинаковый подход мы не применяем вот ко всем полям. The questions I ask the scientists when they come to my farm is. Когда ко мне на ферму приезжают ученые, я задаю им вопрос. We had 1,000 cows on this field for 11 days. У нас на этом поле пасется 11 дней, пасется 1000 коров. And we have cow pies, manure. И остаются такие лепешки. Right there. Why aren't those manure chunks going and other ones left? Почему одни лепешки остаются, какие-то лепешки остаются, а какие-то исчезают? Why do things disappear in one spot of the field and not the other? Почему на одном участке поля что-то исчезает, а на другом участке не исчезает? Here we're putting fertilizer out, and we put in cover crop mix. This is about a 15-way mix. I don't remember. It's a couple of years ago. Это пару лет назад мы делали смесь покровных культур. Это 15-компонентная, мне кажется, 15-компонентная смесь вместе с удобрением. And that was mixed on the farm by just putting the cover crop in and running it from one crop to the next. Смешивалось это все на ферме, просто вот высыпали сначала один мешок, потом другой. Here we're spreading it. Вот мы разбрасываем эту смесь. And here's what it looks like. И вот так это выросло. Here we have the old dying plants. С этой стороны у нас старое умирающее растение. Like humans, we have old. I'm one of the old now. Как вот у людей, среди людей тоже есть старики, вот я один из них. And we have the mid-life, like Dima. He is right here. Есть люди среднего возраста, как Дима, вот он посредине. If we pull the canopy back, we have to have the newborn also. А если приподнять этот покров, то под ним должны всегда быть новорожденные. In every community you want to have balances, old, thriving and young. В любом обществе должен быть баланс. Старики, люди среднего возраста и молодежь. We put the animals out there, and we call these biological distributors. Мы их выводим на поля своих животных, и мы их называем дистрибьюторы-пивоты. And then we come back the next year and sow sunflowers in there. Следующий год, и мы уже сеем в это поле подсолнечник. We call it silent seeding. Мы называем это тихий посев. Cannot tell where the opener went. Видите, даже не видно, где прошел сошник. Right here is what it looks like when it comes out of the ground. You still cannot tell where the opener went. Это приближенная фотография почвы, все равно не видно, где был сошник. And we do this every year. И так мы работаем каждый год. Every acre. На каждом акре. For 30 years. Уже 30 лет. So it works. И все работает. Sunlight capture. We do not want any sunlight hitting the earth at any time. Ловим улавливаем солнечный свет, потому что мы не хотим потерять ни одного лучика. Sunlight is the energy that drives the system. Потому что солнечный свет это энергия, и он приводит систему в движение. And if we have energy lost, that means it's lost forever. We don't ever get to recapture. Если энергия потеряна, то она потеряна навсегда. Она ниоткуда из других мест не возьмется. I said we like to mimic Mother Nature. Я уже говорил вам, что мы стараемся повторить то, что делает природа. This is my crop. Это моя культура. This is what the neighbors call a weed. А это то, что мой сосед называет сорняк. This is Mother Nature. Хотя на самом деле это детище природы. See how my plants are in sequence with Mother Nature's plants. Видите, мои растения полностью повторяют то, что выращивает природа. Here's 3.9 ton per hectare sunflowers. Урожай здесь 3.9 тонн с гектаров. That is very profitable. Очень прибыльно. As I drive around, my mind is always thinking. Вот я езжу за рулем и всегда думаю. These are some of the mountains in South Dakota. Это такие холмы, небольшие горы в Южной Дакоте. And on mountaintops we have evergreen trees.
наверху, на вершинах этих гор всегда вечно зеленые растения, деревья. That have pine cones on them. Там есть шишки. The pine cones fall to the ground and they would roll down the hill. Шишки, получается, падают на землю и скатываются вниз к подножию. These are very fungal-driven plants. И эти растения, они растут за счет работы грибов. With tap roots. У них стержневая корневая система. In the valleys, we have leaf trees. В долине растут лиственные деревья. Oak trees. Дубы. And they have acorns. У них есть желуди. And surely the squirrels will take the acorns up the hill. Белки подбирают эти желуди и несут вверх. For 10,000 years, why are there no trees here? И вот такое уже происходит 10,000 лет. Почему здесь никаких деревьев нет? These are very bacterial driven. Потому что эти деревья, их рост обеспечивается бактериями. With roots that go out. У них корни растут в сторону. So when the water comes rushing down off, it gets slowed down by those roots. Поэтому, когда отсюда приходит, получается, чужак, здесь его как бы останавливают. So as I'm thinking and driving around, I'm wondering if I can emulate this in my field. И вот я езжу и думаю, могу ли я вот это повторить на своих полях. Where I can have certain plants grow in certain places just by using biology. Могу ли я выращивать в определенных местах определенные растения, просто используя работу биоты? This is corn, warm season grass. Это кукуруза, злак теплого периода. Planted into wheat stubble, which is cool season. Она посеяна в стерню пшеницы, это злак холодного периода. And all the way along here, there is nothing feeding the biology, so nothing grows. А вот здесь ничего нет, что кормило бы мою биоту, поэтому здесь ничего не растет. But the biology must eat, so it eats my residue. Но биоте что-то надо кушать, поэтому они съедают остатки. And when I get far enough away from the warm season grass, all the broadleaves start growing. И если у меня нет здесь злаков, то здесь начинают расти широколистные. So as I look at that and start wondering why this is happening. Я вот смотрю на это и думаю, почему же это происходит? I start looking at my paddocks and fields and wondering if I can make it happen in my fields on a big scale. Я стал смотреть вот на свои участки, на луга, смотрю на свои поля и думаю, могу ли я это применить в более крупных масштабах. So we take this field right here and we do nothing with it at all and just leave it, go and see what Mother Nature will have grow in that field. Мы взяли вот это поле и решили, что мы вообще ничего не будем на нем делать, вот вообще ничего, и посмотрим, что там сделает сама природа. There has been no residual herbicide on this field for more than 10 years. Уже 10 лет остаточного гербицида с остаточным действием здесь не применялось. The last time it had glyphosate on it was over a year ago. И последний раз, когда тут была какая-то жизнь, был год около больше года назад. It's June, mid-June. Июнь, середина июня сейчас. And we have just about nothing growing. И здесь ничего не растет, почти ничего. Except if we look very close, we have a wild buckwheat here, and a wild buckwheat here, and a wild buckwheat here. Если совсем уж присмотреться, то мы увидим дикую гречиху вот в трех местах, где стрелочки показывают. And that is the only thing in that field. И это все единственное, что там растет. So it is very simple. Mother Nature is telling me to plant a warm season broadleaf. Все очень просто. Природа подсказывает, что я должен посеять широколистную культуру теплого периода. И если вот взять совсем конкретно, то природа говорит, посей здесь гречиху. So, as I told you the first day in the morning, my teacher is my soils. И вчера утром я вам говорил, что мой учитель — это мои почвы. And if you listen to your soils very, very closely, they will tell you. Если вы будете очень внимательно слушать ваши почвы, они вам все подскажут. I
felt like a criminal for the amount of money we made on this field. Мы на этом поле так много заработали, что я боялся, что подумают, что я добыл эти деньги преступным путем. It had zero into it except the seed. Никаких вообще агроресурсов мы не вносили, кроме семян. Edward put this up there yesterday, and we've been doing this for a couple years. We have corn. И вот такую ситуацию мы об этом вчера говорили, уже мы применяем несколько лет. Здесь у нас кукуруза. Edward's picture was much more magnificent. Here we have a soybean plant and a soybean plant. У Эдуарда фотография была намного круче, конечно. Там вот между кукурузой было и тут соя, и тут соя. And the reason we do this much thinner than what Edward portrayed yesterday is we have a lot less moisture than the gentleman's picture that he had up there yesterday. А мы делаем густоту намного меньше, потому что у нас не так много воды, как вот у вчерашнего докладчика. The soybean plant at about 26 or 27 degrees starts sending off all the organic compounds saying it's hot out, you should close your stomata down. Почему мы вот предпочитаем сою выращивать с кукурузой? Потому что у сои есть такая способность, когда становится очень жарко, она начинает посылать сигнал кукурузе и говорит, закрой устьица на листьях. It's signaling the world that I'm hot. Другими словами, соя просто вопит, жарко. The corn plant does it at about 30 degrees. У кукурузы этот порог где-то около 30 градусов. So my little soybean plant will tell my big corn plant to close its stomata down 4 degrees earlier each day. То есть, получается, малыши, соя, будет говорить кукурузе о том, что нужно закрывать устьица где-то за 4 градуса до порога каждый день. So it does not respirate extra water out of its leaves. Чтобы кукуруза не выбрасывала лишнюю влагу с поверхности листьев. This may buy us an extra week or two that we could go without a rain. Таким образом, мы сможем продержаться, может быть, даже неделю без дождя. Soil is the skin of the earth, just as our skins don't like to be poked, scratched, cut, gouged, burnt, left cold and naked, beat up, even with the raindrops, or left the sunburned. Neither do our soils. Почва – это кожа нашего, это кожа земли, точно так же, как человеческая кожа. Мы не любим, чтобы мы не любим царапины, мы не любим ожоги, мы не любим удары, мы не любим солнечные ожоги. Точно так же все это не любит и наша почва. Right here we're doing surgery to the skin of the earth by putting a seed into it. Здесь, можно сказать, мы проводим хирургическую операцию на коже. Just as when you go to the doctor and have to have surgery and he cuts you open, he puts a bandage over the top of it the moment he's done with surgery. Точно так же, такая же ситуация, если кому-то делали операцию, вы приходите к врачу, врач делает надрез, лечит, а потом сразу же после окончания операции накладывает бинт. Here you have clothing, here you have surgery, and here you have bandage. Вот получается, здесь у нас прошла хирургическая операция, а здесь уже наложен бинт. Always protect the skin of the earth. Кожу земли всегда нужно защищать. Here is what big business in agriculture tells you to do, is to have a black ribbon so the soils warm up. Крупные игроки в сельском хозяйстве часто говорят, что хотя бы полоска должна быть черной. If I'm going to bleed to death, I don't care if I'm cold or hot. Если, например, придет время, когда придет время умирать, мне будет все равно, холодно мне или жарко. I don't want to bleed to death. Right here, we're silent planting again. Опять проводим посев, тихий посев. Here's when Australia came to our country. Это делегация из Австралии, они приезжали к нам. The fat guy on the end is me. Вот этот вот толстый там, это я. Here's Tom Robinson from South Australia. I've been on his farm many times. Я часто посещал этого человека, это Том Робинсон с Южной Австралии. Seeding grain. Сеет свои зерновые. Here's Paul Oxbrow. He's smelling the residue
that's in underneath that, because here they're planting canola into rye. Здесь на предыдущей фотографии сеют рапс, по-моему, в рожу, а здесь Пол Оксброу из Австралии, он нюхает растительные остатки. I took that picture. А я фотографировал. Right here is Tom Robinson seeding wheat into a warm season cover crop. Это Том Робинсон, он сеет пшеницу в широколистную, в покровную культуру теплого периода. You see, it's not a big, magnificent-looking cover crop. Как видите, ну нельзя сказать, что прям шикарная покровная культура у него получилась. But it's sequestering carbon molecules with diversity, feeding the biology in the soil. Тем не менее, секвестрация углерода происходит, биология кормится. This grant and Ken Sims, he was the farmer of the year a couple of years ago for Australia. Это Грант и Кен Симс, вот это вот, он фермер и работает он в Австралии. Here's what his cover crop fields look like. Так выглядят его поля под покровными культурами. And wherever he has a hole in his cover crop, he has last year's residue protecting the skin of the earth. И везде, где какие-то, где были открытые участки, вот там вот нужно что-то придумать, чтобы защитить кожу земли. Right here's Grant and I out in his field, 5 to 5.5 tons per hectare for wheat yields, 30 units of nitrogen. Здесь Грант и я, мы в поле пшеницы, посеянной в покровную культуру, урожайность 5, где-то 5.5 тонн с гектара и 30 единиц азота. That's profitable. Это прибыль. Right here's Grant and I out into his canola field. Это мы с ним в поле рапса, широколистная культура холодного периода. Canola has a very, very poor association with mycorrhiza fungus. Канола очень плохо сочетается с рапс очень плохо сочетается с микоризой. So he decided to put fava beans, which have a high association with mycorrhiza fungus, with his canola to keep his fungal components in his soil healthy. Поэтому он решил посеять бобы, а бобы очень хорошо дружат с микоризой, для того, чтобы повысить количество этого, увеличить количество этого гриба на поле с рапсом. They have snails in Australia. В Австралии водятся улитки. Right here is Fred O'Morgan. I spent some time on his farm, and he does not have a snail in his field. He has a warm season cover crop planted there. Это Брюс Морган, я был у него на ферме, у него на поле улиток нет, потому что у него есть широколистная культура теплого периода. This is his field without any cover crop. А это его же поле, но без покровной культуры. This is his field with cover crop. А это его поле с покровной культурой. This is Thomas Sam Hancock. He decided he's going to plant just a little bit of cover crop to see if it works. Это Сэм Ханкок, он решил посеять немножечко покровной культуры, посмотреть, получится или нет. Where he has no cover crop, he has snails. Там, где нет покровной культуры, там были улитки. Where he has cover crop, he has no snails. Там, где была покровная культура, улиток не было. Right to the line. Вот ровно по границе был раздел. There's some research out there that suggests that protozoa comes along and it drills a hole in snail and slug eggs and it sucks the enzyme out of the egg. Есть исследование, там говорится о том, что простейшие, вот получается, бурят как вот такое отверстие, и потом приходят улитки и как вот высасывают что ли влагу из вот простейших. When you have disturbance in your fields, the first thing that leaves your field biologically is the protozoa. Когда происходит нарушение почвенного слоя, обработка, то первое, что покидает поле, это простейшее. And that disturbance may be from tillage. Нарушение почвенного слоя может быть или в результате обработки. It may be from an over-application of a herbicide. Или из-за чрезмерного внесения гербицида. Or perhaps the second application of a herbicide.
Или, может быть, второго прохода с гербицидом. Or it can be trying to apply too much nutrient at one time. Или из-за попытки внести большую дозу питательных веществ сразу. Or disturbance come in many, many forms. Нарушение почвенного слоя бывает в разных ипостасях. Tristan Chapman, middle of the summer. Tristan Chapman, это середина Австралии, Австралия, середина лета. This is when I went to Ukraine for the first time. Эта фотография, я впервые был в Украине. They've been coming back and forth to our farms, we've been a couple different times already, so we've got a pretty nice association with what's going on over there. Приезжали они ко мне уже несколько раз, мы с ними всегда поддерживаем связь. As I've been visiting with them since the 2002, I think was the first year, they've also understand that cover crops are an important component, and Edward showed that yesterday, he did a very nice speech on it. Уже с 2002 года они разрабатывают покровные культуры, и Эдуард вчера показывал это в своей презентации. Вот Юля. Right, here's our birthday person's field. А это поле нашего сегодняшнего юбиляра. Alexander. Александра. This is beyond brilliance. Тут слов даже не нужно. It's remarkable. Потрясающе. He has cool season residue underneath. Остатки холодного периода внизу. He has warm season grass growing. Злак теплого периода растет. Cool season broadly. Широколистная холодного периода растет, и потом будет посев широколистной теплого периода. Здесь представлены все четыре типа культур. As I had mentioned yesterday in the question and answer session, I believe it was the corn will fix as much nitrogen as the legume will. И как я вчера говорил во время вопросов и ответов, что кукуруза будет фиксировать столько же азота, сколько и бобовая культура. So we learn from each other. Мы учимся друг у друга. This is why it's so important to have conferences like this and go visit neighbors and go to other countries and see what other people are doing. Именно поэтому вот настолько важно посещать конференции, встречаться с соседями и обсуждать то, что у каждого из вас происходит. Gavin Matthews come and lived on our farm for 2 years to learn what we were doing. He's from South Africa. К нам приезжал Гэвин Мэтьюс из Южной Африки и изучал наш опыт выращивания покровных культур. Here they left the residue on the cornfield. Здесь они оставили на кукурузном поле остатки. Here they removed the residue from the cornfield. А здесь они убрали остатки. Same field, same day, about 10 meters apart. Одно и то же поле, один и тот же день, расстояние где-то 10 метров. One has residue, one doesn't. На одном есть остатки, на другом нет. Here's how that portrays out. Everything that did not have residue got cut for silage. То, что было без остатков, было срезано на силос. This would have, what corn yield would have been. И такой был бы урожай кукурузы. Had they had the residue. По достатками. It is so simple. Все очень просто. Our soils need to be covered. Почва, она предназначена для того, чтобы быть покрытой. Here's what many, many farmers are starting to do in America. Вот многие фермеры начинают уже так использовать это в Америке. Winter wheat planted on 2 7.5-inch rows. Это озимая пшеница посеяна в рядки 7.5 дюймов. 2 blank rows. Два пустых ряда. То есть получается два ряда пшеницы, два пустых. They come back and plant soybeans on them. А затем в пустыне будет всеваться соя. And then they harvest their soybeans. А затем они убирают сою. Пшеницу. Видите, соя здесь внизу ее видно. I'm not promoting to plant soybeans. Не подумайте, что я призываю вас сеять сою. What I'm promoting is to think differently. Я призываю вас думать за пределами этой коробки. Because you guys are wheat farmers, you want to remain wheat farmers. Если вы выращиваете пшеницу, вы же и хотите и дальше продолжать ее выращивать.
But you can do all these things here for soil health. This could just be a cover crop, multi-species cover crop growing there rather than soybeans. Я ничего не имею против, но здесь вы можете выращивать, например, какую-то покровную культуру. Пусть это будет многокомпонентная смесь просто для здоровья почвы. When you think differently or are open to suggestions, the sky is the limit. Если вы выйдете из этой коробки, то вы почувствуете, насколько вы станете открыты разным предложениям. Вашим пределом будет только небо. And as I said yesterday afternoon, I want to fail at least on 10%, maybe 25% of my acres. I want to be a failure. И вчера я говорил, и я не кривил душой, что где-то на 10-20% своих площадей я хочу делать ошибки. Я хочу, чтобы они там были. This is how you learn. На них вы учитесь. If your learning experiences causes you to go forward on your soil health, you're going to make it up on 50% of your acres that you make a lot of money. Если ваш опыт, ваше обучение заставит вас двигаться вперед, больше заботиться о здоровье, то и успех, площадь успеха у вас расширится. Эту фотографию я сделал в Ирландии в конце ноября 2016 года. Когда я фотографировал, было минус 2. As we get soil health, the same field, as we get soil health, we start changing the dynamics of how our plants work. Тоже поле, то есть когда изменяется здоровье почвы, изменяется и динамика жизни растений. This gets back to having simple sugars and complex sugars in your leaves, depending upon how you apply your fertilizers. Мы возвращаемся тоже к вчерашнему вопросу о том, что о простых, помните, мы говорили о простых и сложных сахарах. То есть все зависит от того, как вы вносите удобрения. They have very bad slug problems in Ireland. В Ирландии очень большая проблема со слизняками. There is no slug damage on this field at all. Но на этих полях вообще никаких повреждений, никаких следов слизняков. Next summer I went back, and this is the picture I took of his camelina field. Это еще одна фотография, тоже в Ирландии, в следующем году. With zero inputs. Ноль агроресурсов. Just balancing the biology in the fields. Мы просто балансируем биологию. This is where he's growing fava beans with multi-species cover crops underneath them. Здесь он перманентная покровная культура. Those of you who grow fava beans know that chocolate spot just about wrecks the fava beans. Те, которые сталкивались с бобами, знают, что на них появляются такие вот как шоколадные пятна. There is not a spot on the leaf in that field. Здесь, как видите, ни одного пятнышка нет. Because you balanced everything, and the plants, when they get their sugars right, they don't let the diseases come into play. Потому что все сбалансировано, производит растение нужные сахара, и, соответственно, никакие болезни его не поражают. This is the Burns brothers from Nebraska. Это братья Бернс из Небраски. They started the company Green Cover Seeds, and they invited me down for their field days. Они представляют компанию Green Cover Seeds и приезжали на день поля. What they did is planted their corn. And then they planted their full season cover crop the same day as they planted their corn. Они, значит, что они показывали нам на своем дне поля, это они посеяли кукурузу, а потом посеяли покровную культуру полного сезона роста прямо в кукурузу в тот же день. The cover crop hurt their corn yield for grain about 15%. Reduced. Покровная культура уменьшила урожай кукурузы где-то на 15%. However, they sold it to the dairy, но они продали эту кукурузу на молочную ферму, на силос. And they sold it on a feed value basis, not ton basis. И продавали ее из расчета кормовых единиц, а не из расчета тонн. The protein level of that silage with the cover crop in it was one full point higher in protein. Здесь, благодаря наличию покровной культуры, уровень протеина был на 1,4 выше в этом силосе. The
energy level was lowered in the silage, but the protein level was raised. Уровень энергии в силосе был снижен, но уровень протеина повышен. And where I'm from, protein is expensive and energy is cheap. А мы знаем, что протеин это дорогой компонент, а энергия дешевая. And what Brian right here, what he told me, the fun thing about that was, is after they chopped it all at green back up with all the species of cover crops that were there, so they didn't have bare soil after silage. И Брайан, вот он стоит к нам спиной, рассказывал мне, что после того, как они все убрали, после силоса, они снова посеяли покровную культуру, чтобы вообще не было открытых участков. If we can have roots break mountains apart, imagine what roots can do to your soil versus iron. Если корни способны ломать камни, то представьте себе, что эти корни могут делать в ваших почвах по сравнению с железяками. You can see the roots breaking the compaction. Видите, корни разбивают уплотнение. This we have a fair number of buffalo in our area up there. I don't own any, but there's a lot of neighbors that have buffalo yet. У нас вот выращивают бизонов. У меня лично их нет, но у соседей есть. They were the North American grazer before man was here. Они были как бы естественными животными на пастбищах еще до того, как человек поселился. So if I want to emulate what Mother Nature's doing, если я хочу повторить то, что, повторять то, что делает природа, on my cropland, I have to plant diversity on my cropland. Но на своих сельскохозяйственных полях, то я должен расширить, диверсифицировать свое производство, как в природе. And then I can bring my animals in to graze my cropland. И могу вывести своих животных, чтобы они паслись у меня. Here's the buffalo in the winter time. Бизон зимой. Here's my animal in the winter time. А это мои животные зимой. Here's my cows in the winter time. Это мои коровы зимой. My biological distributors. Дистрибьюторы биологии моей. Helping me. Они помогают мне. This is the eight-way cocktail mix that we planted. For soil health only. Вот этот восьмикомпонентный коктейль мы посеяли исключительно ради здоровья почвы. This field was missing a tremendous amount of residue it had to have in order to protect the soil. На этом поле катастрофически не хватало покрова для того, чтобы защититься. So we just planted this, let it grow up, let winter kill it, and go back into the earth. Мы просто вырастили эту смесь, она погибла от морозов и ушла в землю. В Америке, когда говорят, что почва должна отдохнуть, это значит, надо вынести все растительные остатки, зачернить полностью, чем-то опрыскать, и вот это называется почва отдыхает, или в научных терминах подпар. By doing it this way, you're feeding the biology, you're putting carbon in the ground, and you're investing in the future. Если уже вы поступаете таким образом, то вы вкладываете в почву углерод, вы кормите свою биоту, другими словами, вы инвестируете в будущее. Remember, it's not the stronger the species that will survive, nor the most intelligent, but it's the most adaptable to change. Помните, вчера мы говорили, что выживает не сильнейший, даже не самый умный, а выживает тот, кто способен изменяться. The only constant we have in life, the only constant, is change. And it's going to happen. Success is optional. You have the choice to succeed or not. Единственное, что в этом мире постоянно, это изменение. А успех, он приходящий. То есть вы сами выбираете, быть вам успешными или нет. It's important that our soils are hungry for living root systems. Regardless of the amount of precipitation for the perceived growing season left. Нашим почвам всегда они голодны, всегда нужны живые корни. И независимо от количества осадков или от того, сколько нам кажется осталось сезона. I say perceived growing season.
Я специально вот это слово говорю, как нам кажется. When I showed you where that line was, where I'm at, where you're at, many of you are north of me. Когда я, помните, вначале показывал вот этой горизонтальной линии, где я работаю, многие из вас работают севернее моей широты. Meaning your growing season is shorter than mine. То есть ваш сезон короче, чем у мой. I showed you how we keep our soils from freezing. Я показывал вам, как мы защищаем наши почвы от морозов. How we keep our plants from freezing. Как мы защищаем растения от морозов. But we still get to minus 30. Но иногда у нас бывает, что минус 30. We need to keep the sunlight off the soil at all times. Нельзя допускать, чтобы лучи солнца касались почвы. Все время надо ее защищать. Right here, right here. Вот посмотрите здесь, если присмотритесь, немножко черного. This is what you're looking at. We removed a lot of leaves just to get this picture to happen. Мы просто убрали листья, чтобы сделать эту фотографию. These are earthworm castings. Это все следы работы червей, их выделения. And you can see a wee bit of cover crop in here that's growing. И видите, растет здесь погромная культура. Here's what the nutrient value of those cover crop or those earthworms are. Это питательные вещества, состав питательных веществ в выделениях червей. The castings have 5 times more nutrient in than the soil that's directly touching them. Получается, в этих выделениях в 5 раз больше питательных веществ, чем в почве, и они сразу доступны растению. This is plant available nutrient. Это те питательные вещества, которые растение может сразу взять. This is not. А это вот нет, внизу. In H3 versus NH4. И, say it again. NH3 versus NH4. NH3 по сравнению с NH4. So when we dig rip pits, and we do this all the time, those of you have been to our farm and seen our rip pits, and every now and then we stumble into something, we go, holy cow. И мы всегда вот смотрим, так же как любой фермер, мы всегда копаем и смотрим на ходы или червей, или корней. Иногда бывает, вот смотришь, и просто потрясающе. These are our earthworm channels. Это все каналы червей. This one does not have a root in it. I don't know why. А здесь почему-то корень не растет. Я не знаю почему. But it's got a tremendous amount of earthworm castings down here. Тем не менее, здесь огромное количество выделений червей. So it's depositing carbon real deep. Таким образом, углерод откладывается на большой глубине. Over here, about a half a meter away. Здесь, приблизительно на расстоянии полметра, has got many, many corn roots in it. Очень много уже корней кукурузы. These are the questions I asked the scientists. И я задал ученым этот вопрос. And you know what their answers are? Знаете, что они ответили? You shouldn't have earthworm channels that big. Shouldn't? No. Не должны быть каналы червей такими большими. This is why I do this. My earthworm. Вот у меня вот такие черви. We also have earthworm channels that go into soils that are very, very irregular. This was glacial soils. Это ледниковые почвы, но даже в них у нас есть ходы червей. Here we have gravel. Гравий внизу. Here we have clay. Здесь глина. Right here we have sand. А здесь песок. But our earthworm channels do not care. They go through them all. Тем не менее, вот канал идет по всем слоям. Here's what happens when you are at the right place at the right time. Что происходит, когда все на своем месте в нужное время. Each one of these black spots has an earthworm channel directly underneath of it. Под каждой этой черной точечкой идет канал вниз. Way down deep, there's always moisture. Moisture rises with the heat of the temperature of the soil. Когда почва нагревается, снизу поднимается влага. Bringing the moisture to the soil surface and rehydrating the surface.
получается, влага поднимается к поверхности и перенасыщает поверхность водой. And you may see this one time a year if you're in the right spot at the right time. И если вы будете в нужном месте в нужное время, то такую ситуацию можно увидеть только раз в году. This is how we can plant cover crop seeds in terribly dry soils that are healthy. И именно вот по таким меткам мы можем сеять покровную культуру, даже когда очень жарко. Потому что мы знаем, что по каналам червей влага все равно поднимется вверх. This is 2012. I showed you this yesterday of our earthworms curling up and going to sleep when it's dry. Это наши черви. Вот когда становится слишком жарко, черви они как закупориваются и впадают в спячку. Here's how far our soils have come in 5 years' time. Вот настолько мы продвинулись, улучшили, так сказать, свою почву за 5 лет. Yesterday you seen me put the graph up there that showed we were cleaner right here up until 2011 and 12. Вчера я показывал вам график, вот мы были где-то вот здесь, где-то до 2011-2012 года. Like а потом урожайность, как вот всплеск произошел. Like так это выглядело в 2012 году, а вот это вот, что произошло спустя 5 лет. See how much more carbon I have in my soils? Видите, насколько больше уже углерода. See, my earthworms are still in diapause state. Черви все еще в состоянии спячки. But I no longer have bricks in my field. Но уже таких кирпичей нет. The biology allows that to all just fall apart even though it's dry. Именно биология разбивает эти комья, даже когда сухо. This right here has the rain has to depend upon finding an earthworm channel to go down through to get into the to infiltrate. Вот в такой ситуации дождь должен искать вода, дождевая должна искать каналы червей для того, чтобы просочиться. This right here can be as dry, but the water can find the spots between the soil aggregates to flow in. Вот эта почва может быть по сухости точно такая, как предыдущая. Тем не менее, вода всегда найдет, где ей просочиться. Allowing us to get 200 mils of water into our soil in an hour. Бывает, что мы получаем 200 миллиметров. Right here is how we handle our system now. In 2013, we had springweed in this field. And after springweed, it was cover crop. Heavy biological grazing from the biology and light cattle grazing. Значит, в 2013 году у нас на этом поле была яровая пшеница, затем после уборки яровой пшеницы мы посеяли покровную культуру, и наша биота, так сказать, паслась очень активно, и наши животные паслись, так сказать, ну, не очень интенсивно. В 2014 году здесь товарной культурой была кукуруза вместе с компаньоном, всеем в кукурузу. И тоже биота паслась, и скот пасся. In 2015, we had no cover crops with them. В 2015 году покровной культуры не было. But we had high biological grazing because our numbers of biology in the ground are very high. Но все равно наш биологический скот, наша биота все равно активно паслась, потому что мы накопили еду. And we put the animals out there to lightly grazing. И вывели не очень плотно, с плотной постановкой скот. And when we do this, what happens is our biology starts eating our stored things in our soil, which is what we want to have at this point in time. Because our sunflowers come off way too late to plant a cover crop behind them. Но это то, что нам на данном этапе в этот момент было нужно, потому что нам нужно было, чтобы биота съела вот эти вот наши остатки, потому что подсолнечник взошел слишком поздно. So we have to figure out how to manage our residues so we can manage our seeding. Мы учимся управлять, должны научиться управлять остатками для того, чтобы понять, как управлять посевом. Our biology comes along all winter long, eats our stored residue,
And the next year when we sow our wheat into it, we're back to almost no residue on top of the ground. Мы позволили биоте съесть наши растительные остатки, поэтому когда на следующий год мы сеяли пшеницу, вы видите, что посев происходит практически вот на поле нет остатков. And we do this year after year, and we've been doing this for about 12-13 years already. И это мы делаем, повторяем из года в год, 370 семян на квадратный метр. With flax sown with wheat. Вместе с пшеницей посеяли лен. So we have a cool season grass. Таким образом, у нас есть злак холодного периода. Cool season broadleaf. Широколистная холодного периода. Sown into warm season broadleaf. Которые были всеяны в широколистную теплого периода. Right here, the flax is blooming. Цветет лен, и пшеница растет. We're growing wheat and buckwheat together. Мы вместе выращиваем пшеницу и гречиху. This can go from being a success one day and 36 hours later being a disaster. Такая ситуация, например, однажды это может обернуться успехом, а спустя 36 часов это может быть уже катастрофа. Потому что гречиха, она настолько быстро растет, что может к уборке уже обогнать пшеницу и мешать. We've seen this out at Alexander's field here a couple days ago, alfalfa, with cool season grass on. На ферме Александра несколько дней назад мы такую ситуацию тоже видели, люцерна, когда люцерна растет с злаком холодного периода. Обратите внимание, в данном случае это уже четвертый укос люцерны. А здесь поле люцерны моего соседа. And here's what it looks like. Вот так это выглядит. Okay, now we're going to get into a little bit of the mineral cycling, nutrient cycling. Сейчас немножко поговорим о круговороте, о цикле питательных веществ. We have the energy of the sun coming down to the leaves, and they drop the carbon exudates into the ground. Получается энергия солнца поступает в листья и через корни происходит отложение углерода в почву. Bacteria and fungi help digest all the things in the ground, the residues, and they help bring the nutrients to the plant in exchange for the carbon molecules. Бактерии и грибы все это как переваривают, перерабатывают и меняются с растениями на молекулы углерода. And then you have the protozoans and nematodes and arthropods and all them things on the next level of the food chain. Следующий уровень пищевой цепочки – это простейшие нематоды и членистоногие, которые, получается, питаются теми, кто находится на уровень ниже их. And eventually we're up here. А мы находимся вот в том правом верхнем углу. The bacteria is 5:1 carbon nitrogen ratio. В бактериях соотношение углерода к азоту 5:1. Protozoa is 30:1. В простейших 30:1. Protozoa we seen eat the bacteria. Простейшие едят бактерии. They have to eat 6 of them to become 30. Для того, чтобы стало соотношение 30, простейшие должны съесть 6. But then they can become 30 to 6. Но тогда они могут стать 30 к 6. And they can't do that, so they have to poop out the nitrogen molecules. А это для них невозможно, поэтому они должны выделить молекулы углерода. This is mineralization. И так происходит минерализация. And it does that also with other things in the soil, your phosphorus and your calcium and your zinc molecules. Аналогично происходит и с молекулами кальция и цинка и фосфора. This becomes NH4 nitrogen. Тогда появляется азот в форме NH4. So we decided we need the soil test again to find out where our system is at. We had the soil testing for 25 years. Для того, чтобы понять, к чему мы уже в течение нашей работы дошли, мы решили провести еще один анализ почвы. So on February 16, we went out, cleared some snow, and we probed the soil. 16 февраля, несмотря на снежок, мы выехали в поле для того, чтобы взять пробу. И
here's what it told us. И вот какой результат мы получили. In this particular field, we had 64 pounds of nitrogen. Здесь на этом поле у нас было 64 фунта азота. Along with all these other goodies that are in your field. Все другие вот эти показатели. But the typical farmer or agronomist runs this test. Фермеры, вот агрономы проводят анализы почвы. The arrangement of the test may look different, but you're looking for the same thing. Plant available nutrients. What you're looking for. Возможно, форма отчета, возможно, сама процедура будет разной, но тем не менее все мы смотрим на одно и то же. Доступные для растений питательные вещества. This is the Haney test, and what they do is they make a soil health appraisal based on all these numbers saying your soil's healthy or not healthy. Это так называемый тест Хейни, и здесь есть такой показатель, как расчет здоровья почвы. То есть, исходя из вот этих вот показателей, это такое как ориентировочное значение, показывающее нам, здорова почва или нездорова. And they also make a recommendation of how to bring it into health or get it healthier, whichever. And in this field, needs 30% legumes and 70% grass. На основании показателя здоровья почвы могут дать рекомендацию, что нужно сделать для того, чтобы исправить ту или иную ситуацию. Вот, например, в данном случае, вот написано, рекомендация посеять покровную культуру 30% бобовых, 70% злаков. Personally, I could care less about this test. Я могу обращать внимание на результаты или не обращать. Because I want all these numbers to be zero. Мне надо, чтобы все эти цифры были ноль. Because all these numbers you see are subject to Mother Nature eroding them away. Потому что все вот эти вот цифры по всем этим показателям, это значит, что природа может их вымывать. I want my nutrients to be insoluble but available. Я хочу, чтобы питательные вещества были не только в почве, но чтобы они были доступными. These nutrients are soluble and available. Эти питательные вещества растворимы и доступны. Meaning they're unstable. То есть они никуда не уйдут. He also runs a value on nutrients in the soil. So my soil has a value of $150 per acre. In nutrients. Также эта лаборатория проводит, как бы оценивает почву в деньгах по питательным веществам. Вот по питательным веществам моя почва стоит $154 за акр. But here's what I want to have happen. Is this is that particular test right here. Вот, I have 2700 pounds per acre of nitrogen. Вот этот тест, значит, у меня 2700, грубо 2700 фунтов на акр азота. 3 тонны азота на гектар. 1700 фунтов на акр фосфора. 2 тонны фосфора на гектар. И так далее. Недоступны. Но they are available. Но это не доступны, не растворимы. This is a field right here that has never ever been tilled in its life. А вот поле номер 4, которое вообще никогда не обрабатывалось. Our family has had it since before man was there. Оно как бы принадлежало нам еще до того, как мы начали работать. Here is the field that joins to one field, and it's been tilled for 75 years. А вот это поле номер 3, мы их сейчас объединили, на нем проводили обработку 75 лет. See the carbon differences between them? Видите, какая разница по углероду? And the carbon nitrogen ratio of soil runs between 10 and 11 to 1. И соотношение углерода к азоту где-то 10-11 к 1. So the higher the carbon level, смотрите. Вот по уровню углерода мы можем определять, какой будет уровень питательных веществ. Вот поле, которое обрабатывалось 70 лет. And for the last 33 years, it's been no-till and under high intense
soil care practices. Но последние 33 года на нем применялся ноутил и все возможные интенсивные почвозащитные методы. See the relationship? Видите отношения? We're getting them to come back to the natural state. Таким образом, поле возвращается в естественное состояние. But I want to be able to access this. Но мне нужен доступ к этим питательным веществам, чтобы я больше не тратил деньги на удобрения. Вот как мы это делаем. Мы проводим анализ почвы, изучаем биологическую активность. This particular field's got 3900 nanograms per gram of biological. Вот в этом конкретном поле 3900 миллиграмм микроорганизмов на грамм почвы. And what it has the bacteria, both gram-positive and gram-negative are balanced. И мы провели анализ грамм-положительных и грамм-отрицательных бактерий, и они в равновесии. And although I'd like to have my fungal components be a little higher than they are, they are better than they were. И несмотря на то, что я бы хотел, чтобы показатель по грибам был чуть выше, тем не менее, он уже выше, чем был до этого. And as these things start coming back into balances, now my protozoa comes back. И поскольку предыдущие два бактерии и грибы находятся в балансе, то они возвращаются простейшие. And right here is what the lab told us. We're on the excellent for the fungal bacteria ratio. И по это лабораторный анализ по соотношению грибы к бактериям мы на шкале отлично. Our protozoa levels are very good. По уровню простейших мы на шкале очень хорошо. And we have a balanced biological soil. И получается у нас сбалансированная с точки зрения биологии почва. And of all the acres we have, and we have a lot, we had four fields that showed up this way. И среди вот всех акров, всей площади нашей, у нас большая площадь, вот четыре поля показали такую динамику. И мы решили начинать сокращать внесение агроресурсов на этих четырех полях. This is just another example of how biologically active our fields are. The see here we have all the old residue from 2 years in this part of the field right. Эта фотография показывает биологическую активность наших полей. Здесь остатки еще двухлетней давности. And as we are sequestering carbon molecules through these plants here, the biology kept eating that carbon molecule and didn't eat the stored ones. Поскольку мы продолжаем накапливать через растения углерод, микроорганизмы, вот биота почвенная, если им не хватало, ела мой накопленный углерод. Right here where we had a planter skip, the corn wasn't sequestering carbon, the biologists come eat everything out of our field. Когда им не хватает, они, получается, едят то, что я накопил. Здесь сеялка не посеяла, то есть никакой не было растительности, соответственно, здесь микроорганизмы съели все растительные остатки. Right here I'm in Finland and in July of 17. Это Финляндия, июля 17 года. This is what it looks like when you just take a photo. Вот именно так надо стоять, когда тебя фотографируют. But when we take our camera and point it straight down at the ground, this is what it looks like. А потом мы опустили, получается, фотоаппарат вниз и сфотографировали вот саму землю. Right there, the sunlight and the raindrop can strike the soil. Вот именно в этом месте может ударить и капля, и солнечный луч. Right here is 10 ton wheat. Пшеница урожайностью 10 тонн. It's pretty nice. My jacket just stayed on top. Видите, какая плотная куртка даже не упала. This is what it looks like when you have the raindrop look at it. А вот так вот на это поле смотрит капля. You can still see soil. Все равно, вот если сверху посмотреть, видно почву. And the sunlight can get into the soil. И луч может тоже в почву.
switch gears here just a second. Сейчас мы перейдем на другую передачу. Одну секундочку. Вот так вот капля бьет по почве. На бомбу похоже, не правда ли? И в момент удара капля разбивает почву на очень мелкие частицы, практически как пыль. И если почва не способна впитывать эту воду, то вся эта пыль, все эти частицы почвы будут скатываться вместе с дождем. Да, вот там на кукурузе. Shift F5, надо сказать. Да, да. Thank you. Да, спасибо. Here's what happens when the raindrop comes back together. Вот что происходит, когда вода как соединяется. It comes back together because it's got cohesiveness to it. За счет вот притяжения частиц вода вот ударилась, а потом начинает соединяться. И обратите внимание, как эта капелька задерживает воздух. А вот что происходит, когда эти пузырьки воздуха взрывают. То есть все, что находится на почве и земля, и питательные вещества, все это улетает вместе с дождем. Рейндроп катапультинг. Видите, почему важно накрывать почву? А вот там пшеница, и вот они все болезни появились точно. Капля несет в себе огромное количество энергии, которая очень плохо сказывается на почве. А после этого происходит это. Другими словами, мы забиваем как бы нашу почву насмерть только вот каплями дождя, а мы думаем, что это во благо. Молясь на дождь, мы убиваем наши почвы. Один процент органического вещества может удерживать приблизительно 27 тысяч галлонов воды на акр. Прошу прощения, я не перевел эти единицы в метрические, но это где-то около одной тонны воды. 108 тонн. 108. Если капля падает на листья или на растительные остатки, она по ним медленно скатывается на поверхность.
И если у почвы хорошая структура и она работает, то вода будет просачиваться вниз. So you never have compaction. Никогда не будет уплотнения. Most of the compaction we see in our soils are self-inflicted because we don't get the water off the surface fast enough. В основном уплотнение, с которым мы сталкиваемся, оно создается именно нами из-за того, что мы не можем убрать с поверхности воды воду очень быстро. So right here is a cover crop we planted. Это наша подкормная культура. And we always have to check ourselves because nobody else checks us. И мы всегда себя сами контролируем, потому что никто не придет и не проконтролирует. So right here is the part of the field that was the check. И вот этот вот участок, это наш контрольный участок. And those of you who came to my fields in 2017 were in this field. И те, которые приезжали ко мне в 17 году, я вас водил на это поле. Right here is the soil. Это почва. Right here. Именно вот отсюда. And right here is the soil. А вот эта почва. Right here. Отсюда. Two paces apart. Два шага. Расстояние практически два шага. See all the platiness here, the horizontal structure. Здесь видите вот эту пластичность, горизонтальная структура. It looks like we have adequate cover there, doesn't it? Похоже, как вот тут нет покрова. But we don't. And also, we're not feeding the biological system here all the time, so they start dying. И из-за того, что его нет, мы не кормим нашу биологию, биоту, они отмирают. Right here's the family that died. Right here's the family that died. Вот тут семья погибла, вот здесь семья погибла. By having the cover crops in there, we rectify that death. Но благодаря использованию покровных культур мы можем предотвратить эту смерть. What we want to do is eliminate that death. Но мы хотим, чтобы вообще не было смертей. We're working on it. Мы над этим работаем. When I show these pictures to the soil scientists, every farmer will tell me they want this one instead of this one. И когда я показывал это ученым, все фермеры говорят, что вот я хочу, чтобы такое черное у меня было, а не вот такое коричневое. When I show it to the soil scientists, they will tell me they'll take this one before they'll take this one. А ученые говорят, что они бы лучше взяли вот ту вот дальнюю почву, а не вот эту. This one here appears to have more carbon in it. Вот по виду кажется, что здесь больше углерода. This one here actually has more carbon cycling through it. Но на самом деле круговорот углерода активнее происходит вот в том коме. And all them little creatures in the ground, some of them are redheads and some of them are blondes. Все вот эти вот животные, которые живут в почве, кто-то рыжий, кто-то блондин. And some of them have pink shirts on, and some of them have white shirts on. Pink and white. У кого-то есть семья, у кого-то нет. And if you put all that color with this, it dilutes the black to this color. Если вот смешать. Here all the biology is dying, so it gets blacker and blacker. А здесь биология умирает, поэтому становится почва темнее, темнее и темнее. I want to have cycling carbon, not stored carbon. Я хочу, чтобы углерод был, чтобы был круговорот углерода, а не чтобы он как вот накапливался и лежал мертвым грузом. Here's another cover crop mixture. You can see a few sunnies out there in different places, none up here in this hill. It's the same mix all the way across there. Здесь еще один эксперимент с покровной культурой. По всему полю посеяна одна и та же смесь. This is our field. Это наше поле. This is the neighbor's field. А это поле нашего соседа. See how much hay he got? Вот сколько у него сена. See how much hay we got? А вот сколько у нас сена. He told me it's too dry when I was seeding this field. I seeded them. And he come up and seen what we were doing. He said it's too dry, you can't do anything, nothing will grow. Когда я сеял, а это поле засевал именно я сидел в тракторе, он подошел, он был недалеко, подошел ко мне и говорит, ну что ты делаешь, тут слишком сухо, ничего же все равно не вырастет. I said problem. Я сказал, ну что?
have another crop of hay. Но при этом вот у нас получилось еще одно растение, которое можно убрать на сено. Следующей весной это поле выглядело вот так. Now we're going to get to the fun part of this presentation. А теперь начинается самое веселье в нашей презентации. Right, here's full agronomy package. We've got full fertilizer, full herbicide, everything on this field. Вот полный агрономический пакет, то есть вот все, что нужно внести, вот получается $49 на акр. And once again, those of you who worked to my farm in 2017 were in these fields. Те, кто, еще раз повторяю, те, кто ко мне приезжали в 17 году, вы были на этом поле. We were very dry that year. В тот год было очень сухо. We had less than 200 mm of rain. Меньше 200 миллиметров было осадка у нас. And this is what the corn field. Но так выглядели наши кукурузные поля. This one made 72 bushels per acre. Значит, урожайность этого поля была 72 бушеля на акр. Here's the one with zero fertilizer, zero nutrient, zero everything. Здесь мы его называем нулевое поле, то есть тут нули по всем, так сказать, агроресурсам. It made 64 bushels per acre. Урожайность у него была 64 бушеля на акр. Right, here's my net. Вот моя чистая прибыль. $164. $164. Right, here's my net. $190. И вот мой чистый результат $190. So this one out yielded the other one $26 per acre more. Таким образом, вот это поле обогнало предыдущее на $27. Both of them were terrible yields. Say it again. Both were terrible yields. И там, можно сказать, ужасная урожайность. Because we've become accustomed to two or three times this amount of yield. Потому что мы привыкли получать больше. None of the neighbors combined any corn that year. Бывало, что вообще такой кукурузы не было. Я соседи вообще никак не убрали кукурузу. Notice all the green down here. Обратите внимание на зелень. It was not planted, those are weeds. Это мы не сеяли, это сорняки. There's very little here. Вот здесь их очень мало. These two pictures were taken about 10 meters apart. И эти фотографии, расстояние между ними около 10 метров. You'll notice there's very little disease on leaves. На листьях видно очень мало болезней. Many of the things we put on our fields, trying to prevent something, causes something else. Когда мы что-то вносим в наши поля, пытаясь предотвратить что-то, на самом деле мы вызываем что-то другое. The unintended consequences. Получаем неожиданные последствия. Right here was that yield. Вот здесь мы. These are water. Это вот урожайность при дефиците воды. So what happens when we till our fields? Что происходит, когда мы обрабатываем наши поля? The earthworms all head out. Все черви уходят. And they come to my field. И они уходят от соседа и приходят ко мне. Here's, I told you the question to answer yesterday. In 2012 we had a terrible dry year. We kind of cover crops and the cover crops would not grow. И я вам вчера рассказывал, что был у нас очень засушливый год. Мы посеяли покровную культуру, но она не росла. И я говорил, что произошло в кукурузе в следующем году. Это вот поле, которым уже управлял мой сын. Это первый год его работы. As long as I can remember. И на нем не выращивали никакой культуры теплого периода, вот сколько я себя помню. So, like any father, he wants his son to succeed, so I told him to do what the best management practices for the time would be according to my knowledge. Как и любой отец, я, конечно же, хочу, чтобы у сына все было хорошо, и я ему посоветовал вот то, что считаю, ну, как вот я думал, будет лучше. 2012 rained on the 3rd of July was the last time we had rain that year.
И в 2012 году, 3 июля, последний дождь выпал. You can see there's very little corn in that field for grain. И видите, очень мало зерна. Here's what it looked like a half a mile away. А вот что происходило полмили, на расстоянии полмили от того поля. This corn over here on the right is the exact same corn as this corn. Вот кукуруза справа на следующей фотографии, это точно та же кукуруза, что и здесь. Same management practice, everything. Тоже управление, все тоже. And like I told you yesterday, this is Monsanto's drought tolerant genetics right here. А вот это вот устойчивая к засухе генетика Monsanto. So soil health wins the game. В этой игре победило здоровье почвы. It wins over best management practices according to what we're taught from academia. Здоровье почвы победило и самые лучшие методы управления, о которых нам говорят ученые. And it wins over the best technology and seed that there is. И здоровье почвы победило самые лучшие семена, устойчивые к засухе. So do tons equal profit? Тонны равно прибыль? Not always. Не всегда. We need to ask why. Нужно всегда спрашивать почему. And we need to allow our children and young people to continue to dream and go, I don't think that's quite right. И не нужно всех стричь под одну гребенку. Нужно стимулировать, чтобы дети сомневались, чтобы задавали вопросы. So those of you who want recipes, next couple slides are recipes. Те, кто вот часто спрашивают, вот точно скажите, как надо, то есть рецепты. Сейчас я вам буду показывать рецепты. Like all recipes, you need to go take and cook them in your own oven. Say it again. Like all recipes, they need to bake them in their own oven. Значит, для того, чтобы, как и во всех рецептах, нужны ингредиенты. These are the four crop types there are in the world. Это четыре типа культур, которые вообще вот существуют в мире. Trees, they're going to be warm season broadleaves. Деревья это широколистные теплого периода. Wheat and barley is a cool season grass. Пшеница и ячмень это злаки холодного периода. Flax and peas, lentils, canola, they're cool season broadleaves. Лен, чечевица, рапс это широколистные холодного периода. Corn, millet, snapgrass, they're warm season grasses. Кукуруза, проса – это злаки теплого периода. And when you do these, you can follow the green arrows without having any problems at all. И вот имея такую схему, следуя по зеленым стрелкам, вы не натолкнетесь ни на какие проблемы. The agronomics will never get you. If you follow green arrows. Если по ходить вот по зеленым стрелкам, то с агрономической точки зрения все будет хорошо. So if you plant a corn into a cool season broadleaf, если посеять кукурузу в широколистную холодного периода, проблем не будет. But if you follow these red and yellow lines, you need to be cautious and know what you're doing. Но если вы захотите пересекать вот эту вот желто-красную линию, то тут нужно быть очень осторожным и нужно хорошо понимать, что вы делаете. They can be done, but you need to study your lessons. Я не говорю, что это вообще невозможно, но нужно качественно все изучить. Here's the cover crop chart. Это таблица покровных культур. It's pretty universal. It's been on many of the social media places, been published many places already. It just tells you what your warm season grasses are versus your cool season grasses, and all the way across into your legumes and stuff like that. Many more. Она находится в открытом доступе, ее очень много уже перепечатывали. Здесь показано злаки холодного периода, злаки теплого периода, а между ними широколистные. In America, we tend to want to beat our chests and say we're better than everybody else. В Америке каждый любит бить себя пяткой в грудь и кричать «я лучше». And amongst individual farmers, we're even worse saying I'm a better farmer than you are. И даже среди фермеров каждый хочет вот похвастаться, сказать «я лучше тебя». There's many farmers that want to plant something different
only because it's different. И многие фермеры предпочитают сеять что-то не то, лишь бы было не так, как у соседа. Because it tends to make them think like they're more intelligent than their neighbor is. Если они делают something different. Если они делают что-то не так, как сосед, значит же они умнее выглядят. I'm a simple man. Я простой человек. And what's happened on our farm is simplicity at its finest. И то, что на нашей ферме происходит, я все пытаюсь сделать просто. So what I'm trying to tell you is a number of years ago, the government told us we couldn't participate in one of their programs because I didn't want to import a cover crop seed from a foreign country. И однажды у нас была такая программа, и правительство запретило мне участвовать в этой программе, потому что я не хотел импортировать семена покровных культур из-за рубежа. If I want to mimic Mother Nature, I have to mimic my Mother Nature, not yours. Если я хочу работать, как работает природа, то я должен копировать свою природу, а не вашу природу. So it can be very simple to put these together, and you do not need monstrous things from around the world to have a cover crop properly placed. Если вы хотите работать просто, то все на самом деле просто, и совершенно не нужно обращаться к каким-то гигантам, которые пришлют тебе семена. Thank you for visiting Beaver Farm with me, where the sunlight is captured. Спасибо за то, что были со мной, были на моей ферме, то есть ферме, где мы ловим солнечный свет. The water is used efficiently. Ферме, где вода используется эффективно. We consider water as the transporting agent for nutrients from the soil, from the biology, through the soil, into the plant, up through the plant. И мы считаем, вода – это как вот транспортная компания, которая перевозит молекулы углерода через почву прямо в растение. And if your nutrients are near perfect, если питательных веществ у вас в идеальном диапазоне, the amount of water to transport that nutrient is a lot less. И потребуется намного меньше воды для того, чтобы транспортировать их к растению. Then if it's a big old... If you got NH4 nitrogen, it's going to flow very easily. Если у вас азот NH4, то он в поток попадает и транспортируется очень легко. NH3 needs to have a great big old water molecule. А для того, чтобы перенести NH3, нужно очень сильно постараться. More importantly, the carbon molecule is used to stimulate the soil biota to feed my plants. Молекулы углерода на моей ферме используются для стимулирования микроорганизмов, чтобы они кормили мои растения. На этом спасибо. Сейчас объявляется небольшой перерыв.